Оп, отвалился, сынок. Что ты там говоришь? Удачи. Ладно, ладно, спокойно. Еще. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Готов? Я? Конечно, я готов. Добро пожаловать в новое видео. Ну рассказывай. Делал клоун, это то, что сделал я. С А4 продакшеном создал такую коробку, когда не сломается. Ты никогда из нее не выберешь. Сделал непробиваемый ящик. Самый сильный человек в мире. Оп, отвалился, сынок. Голову просто. Да-да-да, самый-самый сильный. Не сможете. Что ты там говоришь? Удачи. А мы попробуем. Ладно, ладно, спокойно. Встречайте моего малыша. Строили этот ящик несколько дней. Вес этого ящика около 2 тонн тяны. Я настолько уверен в этом ящике, что мы принимаем твой вызов и спорим на 1000 баксов. Твоя коробочка. Давай, чтобы сбавить твой пыл. В зал похожу, такой же буду? Печаль. Реально, шансы появились. Ребята, такой ящик мы еще не строили. 3/12 айфона вот в этой коробке. В Ютубе нет роликов, которые заслуживают лайка больше. Я надеюсь, лайка будет много. Влад это увидит. От твоего лайка сейчас зависит очень многое. Спускайся. Пока что выглядит как какой-то детский сад. Смотрим, что там под первым слоем у нас. Мы здесь видим, плотный. Вам придется напрячь все свои мышцы. На моем колесе есть куча инструментов. Твой инструмент и шанс им воспользоваться. Слой, вы вращаете колесо еще раз. Говорил вам про сюрпризы. Тараканы. Я подготовился. Так, разговоры в сторону. Крутим барабан. Я думаю, шифер я и в принципе и ногой сломать могу. Вполне себе ломать шифер, чтобы ручки-то не поранить. Все, поговорим потом. С тобой-то мы поговорим. И с ним придется. Понял. Ну что, первый свой удар с вот этой вот правой ноги. И... Ты показывал, как надо бить Артёму? Раз, и два, и... Если меня скомкать, то получится комок бумаги. Я же бумага. Время-то идет, поэтому давайте. Да, давай попробуем сторонам. Давай. Нет, давай еще! Сработало! О, да! Окей, первый слой отскочил. Занимайся. Инструмент так-то не очень эффектный, поэтому... А может, нет, давайте. Новый предмет, силач, крути. И ломающий все на своем пути... Потому что разброс у хлыста может быть непредсказуемым. Шифер трескался. А что если ты хлыст вот так вот, как кастеточку? Давай, пиши. Все понятно. Забирай, не потеряй. Понял. Хоккейная клюшка — это просто огонь. Что за слой? Может, он пробьется клюхой? Эх. И сейчас крутит Артем Протеинов. Моргенштерн. Смотрите, вот что такое Моргенштерн. Она очень крепкая. Давай-ка сюда. Ну что, за Спарту? Идем просто отлично. Это еще даже не половина. Потому что у нас есть четкая цель. Ничего не остановит. Кстати, по поводу целей. 2020 года ставил себе цель. Эта цель казалась мне просто невероятной. Цели не хватает. 1,5 миллиона подписчиков. Помочь мне с моей целью. Ведь именно вы, может, просто попрошу вас сделать одну вещь. Пускайся под этот ролик и подпишись. Такая возможность будет только раз в жизни. Прямо сейчас. Кнопочка подписаться. Нажимайте. Обновил колесо фортуны. Перед тем, как у вас начнется, крути свой предмет и пробуй разрушить новый слой. Только на культиватор. Ну вот вы две машины, вот насадка. Инструментов у нас в челленджах еще не было. Что ты как девушку гладишь? О, давай! Там какой-то картон. Ребята, из этой дырки почему-то... Знаешь. Да. Инструмент и потом крути силач. Эй, малой, давай сюда. Так, шпатель. Только надо силы, чтобы этот инструмент помог, но... Ой, ой. Там же еще что-то забито. Его на канал вместо Кобякова возьмем. Ты че, над кем мы прикалываемся? Слушай, а где Кобяков вообще? Я не знаю, я у тебя хотел спросить. Комменты никто не писал, где Кобяков. Значит, им пофигу. Дальше идет все сложнее и сложнее. Вот такие цепи. И, пожалуйста, только не тараканы. Какая-нибудь, наверное, огромная, острая пила. А вот фрезер.
фризер, а не фризер. С другой стороны, а что если цепи сейчас замерзнут? Розочка пошла. Замораживает предметы? Я даже не знаю, для чего она используется. Ребята, а у вас начались каникулы или нет? Пишите в комменты. Ну что, трещины? Цепь лопнула. Фигню мне Глент подсунул. Силач крутит. И опа. Мысли, реально? Да что ты врешь? О, у меня бейсбольная бита. Порция протеина дополнительная. Девочки мои. При помощи тараканов как-то порвать цепи. Вперед! Это вкусно! Ну что ж, Владислав? 5 минут я буду ломать предмет при помощи кагенавы. Я тоже. Во! Точно! Это обычный якорь! Цепляется, и по веревочке можно залезть куда-то. И, в принципе, я готов. Тараканчики... Давай! Так, а что если я буду по одной цепочке вырывать? Я правда дергаю со всей силы. Может выбраться, забирай свою кагенаву. Ну, я думаю, у него лучше получится, чем у меня. И раз! Орешки щелкают! Смотри, оно все летит просто! По несколько цепей подряд рвет просто и все. Чпок-чпок! Теперь мы добрались до бетона. Цепи, это вообще пшик. Дальше идет бетон. Сначала бетон пройдите. Малыши. Слушай. Это с бетоном, и я кручу колесо. Разводной ключ, это вообще-то здоровая штука. Я забираю свои слова назад. Так, гигант. Ну что, дорогой мой бетон, иди-ка сюда. У Влада осталось 3 минуты. Супер забилось, я уже не могу делать сильные удары. Попробовать пройти. 10. Возвращаем гаечный ключ сюда. Нам чуть не выпало жидкое мыло, но попался. Мы бы вам на руки налили, чтобы бить не могли. Вот так. А под него не забываем, только 5 минут. Надеюсь, она для бетона. Получается, посмотрите, как будто просто росомаху закинули. Неплохо, конечно, кот немножко поцарапал бетон, но... Мы эту стенку пройдем в следующем раунде. Давай колесо. Очередь, Владислав. Давайте, мне уже не терпится узнать. О-о. Нунчаки. Почему нет, отбойный молоток? Нунчаки, вот бетон. Ты знаешь, что делать. Ты из-за твоих прямых рук. Так, первый удар. Вы, ребят, наверное, забыли, что вам нужно выбраться через коробку. Я думаю, мы можем просто крутить колесо, пока нам не попадется отбойный молоток. Есть один. Не буду показывать пальцем. Это шатник. Молоток! Прикинь, она застряла. Это колесо фортуны. Фортуна на нашей стороне. Косарь бакса все равно на моей. Штука разваливает асфальт. Если она вам не поможет. Вот взять вот этой вот частью и... Наконец-таки от... Все, 5 минут прошло, ребята. Верни. Давай-ка я хочу крутануть колесо фортуны. Плохо так дробить стену. Очень здоровый. Так, интересно. Я даже не знаю, ударить этой стороной или вот этой. Но мне кажется, идет хорошо. Да, Влад устал. Ой, испугался таракан. Пахнет только тем, что зря я дал себе молот. Ты проковырял 3 сантиметра. Та-дам! Куда? Отбойный молоток. Снова. А улучшенная версия молотка будет? Будет бойного молотка. Так, интересно. Так, забирайте. Ага, ремонт на ангаре ты не хочешь сделать после такого ролика? Давай. Слушай, мне уже порядком надоело здесь сидеть. Вопросов нет. Погнали! Он уже делает дырку для полного человека. Собрались уже до нового слоя. Слоя с металлом. Новости, ребята, у вас осталась 1 минута. Это попроще после бетона, но... Бетон — это еще цветочки. Очень крепкий. Крути барабан. Вот. Гарка или ножницы по металлу, если они какие-то очень крутые. Сюк! Не повезло. Интересное, что может пройти с утюгом, если он сломается. А вот утюг сломался. Проводки красные. Гладил раньше. Ну ладно, следующий раунд. Болгарка. Болгарочка — это мой любимый инструмент. Стало, но еще и от бетона, от цепей, от всего-всего. Давай срочно новый диск, у нас закончился. Смотрите, ребята, у нас точился диск. Жесть. Твоя песенка спета только за цените. Мне выпадает дерево, да. Деревянный слой и первый предмет. Что-то. О! Раньше викинги разгонялись и... Курсор. Вот что нужно для того, чтобы нажать на кнопочку подписки. Ролики на телефоне. Нужен всего лишь палец. Посмотрите. Я очень сильно верю в таран, потому что остались только доски. Вообще этой штуки можно вынести спокойно эту стену. Пару деревяшек сломать. Да. Давай, крути, пожалуйста, удачи. Трель! Нет, нам выпадает большой топор. Думаю, что да. Дерево и металл любят друг друга. Давай, Артём, руби! Плохо. Давай, мы победим! Тайм-аут, 5 минут прошло. Голова пролезет, а если пролазит голова, значит пролазит все тело. Мы были близко к победе. Тащи сюда колесо фортуны, дорогой мой. Бензорез. Да что за размерчик? На топоре выйдите, поэтому в бензорезе у вас 5 минут. И... Ну,
ребят, посмотрите, за 5 минут хорошенечко Артем приложится с ноги. Просто удар с ноги. О! Ну что могу сказать, ребят, пролажу, поэтому Глент проиграл. Мы просто любим маленького роста. По правилам челленджа вообще-то должен только один ты вылезти. Булочки, прижимай, булочки, вперед так, вперед. О! О! Красава! Так, ребята, ну я вас поздравляю, ставьте лайк. Здесь, давай. Вот так вот. Ну что, ребята? Это был я, меня зовут Влад А4, Глент. Всем пока.